То ли будет Яков, то ли Исав, в общем, но кто-то один из них. Ob das jetzt Jakob sein wird oder Esau, einer von denen wird es auf jeden Fall sein. И мы видим в конце того раздела, как Ицхак благословляет Иакова уже повторно перед его выходом особым благословением. Und bevor Jakob loszieht, wird von Isaak erneut gesegnet. Это не было благословение. Das war kein gewöhnlicher Segen. Но это была просьба ко Всевышнему, чтобы Всевышний благословил Иакова благословением Авраама. Sondern mehr eine Bitte zum Allerhöchsten, dass Jakob segnet mit dem Segen Abrahams. Но несмотря на то, что его отец отправляет такими напутственными словами, и несмотря на то, что мама пообещала, что пошлет за ним, как только будет спокойно здесь на месте, у Якова были причины волноваться. Unabhängig davon, dass sein Vater ihn mit solchen Worten losgeschickt hat und unabhängig davon, dass seine Mutter ihm versprochen hatte, jemanden loszuschicken. Да, мама обещала послать кого-нибудь и позвать его назад, когда здесь все успокоится, когда его брат не будет искать его, не захочет его убивать. Wenn sich alles beruhigt hat und sein Bruder ihn nicht mehr umbringen möchte, dass sie ihn wieder zurückholen lässt. То есть у него были причины сомневаться, а правда ли он избран? Trotz allem hatte Gründe, zu denken, dass vielleicht gar nicht auserwählt ist. Ну, во-первых, он знал, что вот совсем недавно отец хотел дать первое благословение его брату. Als erstes wusste dass sein Vater den Segen seinem Bruder geben wollte. Во-вторых, вот то, что его родители так отсылают на восток, это тоже, в общем-то, было немножко непонятно. Das zweite ist, dass von seinen Eltern so losgeschickt wird, was auch nicht ganz begreiflich ist. Он знает, что его отец, получив это избрание, он не имел права даже выйти из земли Ханаан. Он должен был оставаться на этой земле. Wusste, dass als sein Vater den Segen bekommen hatte, nicht aus dem Land, wo sich befand, ausziehen durfte. Musste in Kanaan bleiben. Почему же ему сейчас надо уходить из этой земли? Warum musste dieses Mal wegziehen? И, наконец, он, конечно же, знал, что дети Авраама, другие братья Ицхака, были отосланы на восток с подарками, высланы. Wusste, dass andere Brüder Isaaks losgeschickt wurden in den Osten mit Geschenken. Да, так, может быть, родители хотят его так вот потихонечку тоже отправить, чтобы без ссор было, но избавиться от него. Может быть, это было. Vielleicht hat gedacht, dass seine Eltern ihn auch wegschicken möchten, und zwar in Frieden losziehen lassen wollen, ohne Streit. Но даже если не такие опасения, то у него все равно была причина сомневаться. Aber selbst wenn man das alles beiseite legt, hatte dennoch Gründe zu zweifeln. То есть он понимал, что, в общем-то, ни родители, ни Ицхак, ни его отец распоряжается избранием. Denn wusste, dass sein Vater nicht derjenige ist, die Auserwählung bestimmt. Это делает Всевышний. Das macht Allerhöchste. И поэтому для него это было, ну, все очень непонятно, что с ним происходило. Deswegen war das alles unverständlich für ihn, was mit ihm geschehen war. И поэтому нам становится понятным, почему он дает этот обет, это обещание. Wenn man das alles in Betracht zieht, dann wird uns verständlich, warum dieses Gelübde vor Gott ablegt. Становится, почему он искал этого подтверждения от Всевышнего. Wir können begreifen, warum diese Bestätigung vom Allerhöchsten gesucht hat. И вот мы видим, мы читали о том, как ему явился Всевышний.
Wir haben darüber gelesen, wie der Allerhöchste sich offenbart hat vor ihm. Он увидел, как небеса открылись, и эта лестница с небес спустилась. Er hat den offenen Himmel gesehen und die Leiter, die vom Himmel herabkam. И ангелы нисходят и восходят по этой лестнице. Und Engel, die hochfahren und runterfahren. И он проснулся и сказал, что это Дом Божий. Und als er aufgewacht ist, hat er gesagt, das ist die Stätte Gottes. И когда он дает обет Всевышнему, что если Всевышний, вернее, лучше сказать, когда Всевышний вернет его в эту землю, он обязательно сделает на этом месте Дом Божий. Deswegen gibt er das Gelübde ab, dass wenn der Allerhöchste ihn zurückkehren lässt, dass er dort an dieser Stelle ein Haus Gottes bauen wird. И для нас важно понимать, что вот сейчас якобы открылось то, что Бог, в общем-то, поставил целью в своем плане. Wir müssen verstehen, dass Jakob das offenbart wurde, was der Allerhöchste als Ziel seines Plans hatte. То есть он создает особый народ. Er lässt ein besonderes Volk entstehen. Цель которого, dessen Ziel es ist, чтобы в нем благословились все абсолютно племена земные. Dass in ihm absolut alle Nationen und Völker der Erde gesegnet werden. Для этого народа Бог дает особую землю. Für dieses Volk gibt Gott ein besonderes Land. И в этой особой земле есть особое место. Und in diesem besonderen Land gibt es einen besonderen Ort. Место, в котором и присутствие, особое присутствие Всевышнего. Ein Ort, an dem eine besondere Gegenwart des Allerhöchsten ist. И вот когда мы читали место из Нового Завета, Иешуа говорит, что сейчас своим ученикам, то есть и нам сегодня, верующим в Него, говорит, что небеса открываются и для нас. Und als wir, wie wir heute in dem Neuen Testament gelesen haben, Jeschua sagte seinen Jüngern damals, und er sagt es auch uns heute, dass der Himmel sich auch für uns öffnet. И мы будем видеть этих ангелов, которые восходят, нисходят и восходят к Нему, Иешуа, к Мессии. Und wir werden die Engel sehen, die herabfahren und hochfahren zu dem Messias Jeschua. И вот этот великий Божий план, он проходит через всю Библию, начиная с первого стиха и заканчивая последним. Это то место, где окажется его народ, избранный народ. Und dieser große Plan des Allerhöchsten zieht sich hindurch vom ersten Vers an bis zum letzten Vers. Und das ist der Ort, an dem sein auserwähltes Volk sein wird. Да. То место, от того места, откуда вышел человек в этот мир. Von dem Ort, von dem aus der Mensch gegangen ist in die Welt. И то место, куда он вернется опять. Und der Ort, an dem der Mensch wieder zurückkehren wird. Вернется его избранный народ, еврейский народ. Sein auserwähltes Volk, das jüdische Volk wird dorthin zurückkehren. И все присоединившиеся к нему племена и колена. Und alle Nationen und Völker und Stämme, die sich dem anschließen. Amen. Amen.